На площади перед Северским домом культуры состоялось траурное мероприятие, посвященное акции памяти погибших при пожаре в торговом центре 25 марта 2018 года в городе Кемерово. Жители станицы, школьники и студенты, представители районной администрации, казачества, трудовых коллективов и общественных организаций собрались вместе, чтобы почтить память невинных жертв и разделить боль утраты жителей Кемерово, потерявших своих родных и близких в страшной трагедии. Большую скорбь, утрату, а еще обида за нашу глупость, что нам и терроризм не нужен. Мы сами себя убиваем, своих детей. Для себя, конечно же, в первую очередь. Наши дети, это мы сами себя убиваем. Пришли почтить память погибших в этой трагическом пожаре, который случился 25 числа. На самом деле для всех людей очень больно на душе. Действительно большая трагедия, когда дети звонили, писали своим родителям, что прощались с ними тем самым. К импровизированному мемориалу станичники несут лампадки, цветы и детские игрушки. Многие пришли с детьми и не могут сдержать слез. По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, из них 41 ребенок. Как говорят в народе, где тонко, там и рвется, но, к сожалению, порвалось очень больно, погибли дети. И сегодня это высветило не то, что произошла только просто трагедия. Произошло гораздо больше. Обнажились все наши недочеты и недостатки. Как сказал президент, виной всему халатность. И эта халатность привела к гибели. Сегодня мы должны, наверное, задуматься о том, что, может быть, хватит так жить. Надо пересматривать свои позиции в этом направлении. Настоятель Свято-Никольского храма станицы Северской отец Петр провел панихиду жертвам, погибшим в результате пожара. Все мы не только сегодня, но всегда будем помнить свои сердца, молиться о них, не только здесь собираться, но и каждый в своих келейных молитвах поминать души тех, кто почил прежде нас, кто погиб в этом страшном пожаре. Трагедия, которая произошла 25 марта, еще раз доказала хрупкость мирской жизни и напомнила, что беспечность, безответственность отдельных лиц – приводит к необратимым последствиям, в результате которых страдают невинные люди. Особенно больно и горько осознавать тот факт, что трагедия унесла жизнь детей. Невозможно выразить словами боль, страдания родителей и родных. Ужасная трагедия. Вся Россия скорбит. У всех на глазах слезы. Миллионы и миллионы людей объединились, чтобы как-то помочь этому горю. Россия всегда, во все времена, когда было тяжело, люди все были вместе. Даже невозможно подобрать слов, чтобы выразить всю боль, то, что сегодня творится в душе. И я уверен, что этот горький пример послужит для всех, кто отвечает за безопасность людей. Беда, которая пришла в этот сибирский город, одна на всех, одна на всю страну. Мы все склоняем голову в память о тех, кто погиб в огненной стихии. Мы рядом с людьми, которые переживают сегодня боль за своих родных, друзей и близких. Невозможно подобрать слова, которыми можно измерить боль, которую испытали те, кто потерял своих близких. Нашу с вами боль. Души ушедших уже на небесах, а нам надо жить, воспитывать детей, растить внуков. И пусть эта жуткая, страшная трагедия добавит чуточку ответственности в наши сердца. Пусть каждый, прежде чем выйти из дома, подумает, все ли он сделал для того, чтобы его ребенок, его внук, его коллеги сегодня не пострадали. И пусть мы будем немножечко навязчивыми, но я думаю, пусть и таких жутких происшествий нам надо быть еще более ответственными, не стесняться того, чтобы спросить лишний раз, а все ли сделано для того, чтобы никто не пострадал, никто не погиб, и чтобы наша страна и наши люди никогда больше не испытывали этого страшного горя. Я призываю нас жить и быть ответственными за свою жизнь и за жизнь тех, кто рядом с нами. Ушедшим светлая память, вечная память и Царствие Небесное.
В знак памяти о погибших в страшной трагедии в Кемеровской области в небо выпущены белые шары. Поток людей, разделяющих национальную скорбь, не заканчивался. Они продолжали идти, чтобы выразить свое сочувствие и надежду на то, что такая трагедия больше никогда не повторится. Много умерло детей. Люди вообще не слушали детей. Это очень печально, потому что дети важны. У них праздник был. Никто не знал, чем оно все закончится. Ну, в итоге все равно люди потеряли своих детей, и это очень больно. Вся страна скорбит. Я пришел сюда со своей младшей сестрой, чтобы почтить память тех, кого нет, кто тем страшным днем погиб. И чтобы моей младшей сестренке не было такого будущего. И никогда больше вообще ни у кого не произошло такое страшное событие. И даже страшно представить, каково родителям осознавать то, что их дети никогда уже не вернутся с каких-то гуляний, никогда не пойдут в школу. Очень сочувствуем людям, у которых случилось такое большое событие, трагическое. Мы поддерживаем морально, как можем, и скорбим вместе с вами. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел видеоселекторное совещание. В нем приняли участие вице-губернаторы, руководители муниципалитетов, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и представители торговых центров. Тема селектора – недопущение трагедии, произошедшей в Кемерово. Краснодарский край занимает лидирующую позицию в стране по количеству торгово-развлекательных центров. На сегодняшний день проводятся проверки всех объектов на состояние противопожарной безопасности. Также с целью профилактики чрезвычайных ситуаций на Кубани планируется учение во всех местах массового пребывания людей. Сразу после видеоселектора глава района Адам Джарим провел рабочее совещание. Оно началось с неприятной новости. Будущему урожаю угрожает коричнево-мраморный клоп. Это теплолюбивое насекомое грушевидной формы, размером 12-17 мм. Из Азии оно пришло на территорию Грузии и Абхазии, где нанесло значительный урон урожаю орехов, мандаринов и лимона, а потом перекинулось на Кубань, Сочинский район. Там уже введена чрезвычайная ситуация. Также клоп уже подобрался к Новороссийску и Крымскому району. Специфика данного вредителя состоит в том, что она зимует непосредственно в населенных пунктах. Ни на поле, ни в садах, ни где-то еще в лесополосах, а именно в населенных пунктах, потому что она любит зимовать в теплом месте, в сухом месте. В основном это происходит в гаражах, складах, в подвалах, в домах, в заброшенных домах, то есть в таких местах, где ему комфортно. Фаза его вылета и окончания зимовки предполагательно 1-2, а бывает и 3 декада апреля. Как отметил Обрек Наш, коричнево-мраморный клоп угрожает плодовым, зерновым, масляничным и овощным культурам. С целью выявления и уничтожения вредителя в Северском районе будет проводиться подомовой обход. Северский район посетили члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Цель визита – защита прав ветеранов и семей военнослужащих. Группа общественников во главе с Марией Большаковой посетила ветерана боевых действий, инвалида первой группы Сергея Ахтименко. Сергей защищал интересы страны в Чеченской республике, был ранен и с 1996 года прикован к постели. После чего в звактовом зале администрации состоялась встреча с родителями, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга, и с теми, чьи дети служат в настоящее время. На заседании обсудили вопрос помощи по благоустройству придомовой территории и ремонту домовладения Сергея Ахтименко. Глава района Адам Джарим лично знает обо всех проблемах Сергея и пообещал закрыть все вопросы. Плитка во дворе, ремонт дома, там замена проводки, доступная среда. До 1 сентября вопрос будет закрыт по всем направлениям. Должное надо отдать и главе Ильского городского поселения Николаю Головко за отзывчивость и оперативность в решении возникающих проблем ветерана боевых действий. Мария Большакова выразила слова благодарности в адрес руководства района за организацию защиты прав человека на достаточно высоком уровне в Северском районе. И отметила, что глава муниципалитета Адам Джарим всегда готов к конструктивному сотрудничеству в решении значительных финансовых проблем семей военнослужащих, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
Очередной этап профилактических мероприятий «Внимание, дети!» проходит в Северском районе в период с 19 марта по 8 апреля. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего общества. Обучение детей правильного поведения на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. И задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних школьников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Главной причиной практически всех несчастных случаев с детьми на дорогах является несоблюдение участниками правил дорожного движения, а также отсутствие культуры поведения на дороге. Это касается не только водителей, но и самих детей, которые должны знать, как вести себя на проезжей части, как ориентироваться в сложной обстановке на дороге. Поэтому наша совместная работа со всеми заинтересованными ведомствами направлена на организацию мероприятий, открытых уроков и практических занятий с детьми. В школах и садах полицейские рассказывают ребятам, что обозначают сигналы светофора и некоторые дорожные знаки, а также напоминают о наиболее распространенных случаях нарушений правил дорожного движения пешеходами. Для закрепления полученных знаний сотрудники ГИБДД проводят тематические игры, рассказывают, как избежать аварийных ситуаций на дороге, какую опасность представляет использование гаджета во время перехода проезжей части, чем может обернуться неожиданный выход из стоящего транспортного средства и необходимость использования светоотражающих элементов. Особенно важно, чтобы каждый раз при приближении к дороге родители акцентировали внимание ребенка на возможной опасности, комментировали все действия, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно перейти улицу. Ведь дети-пешеходы не чувствуют опасности вблизи проезжей части.